Ребята, всем привет, вы на канале Папафон Машинки. Да, сегодня играем в Мэтрэк Челлендж, Безумный Грузовик Челлендж. Ну что, локация Немезида, продолжаем. Продолжаем. Так, 40-й уровень у нас. Поехали, посмотрим, что нас там ждет. Так, уничтожить нужно 5 врагов и выиграть гонку. Поехали, чтобы получить кубок и звезду. Ребят, вот эти задания нам нужно выполнить. Ну, в принципе, ничего сложного, я думаю, в этом нет. Так, сразу ракета и убираем впереди едущего. Нифига себе, я его не добил, представляете? Так, двоих убил. Так, красавчик. Так, этого тоже убираем. Таранчиком добили. Так, этого таранчиком добили. Так, этого ракетницей добили. Ой-ой-ой, куда я пустил ракету-то? А, хорошо, там спереди едут чувачки, это здорово. Так, таранчиком. Есть, таранчиком добили. Ах ты, зараза такая. Ах ты, зараза такая, я тебя все равно сейчас догоню. Че, думаешь, не догоню? Догоню. Таранчиком, бах, все убрал. Так, ребята, что у нас? Все, больше никого нет? Да ладно, да ладно, вот я... Ушатал просто всех, ушатал в щепочки, ребята. Ну, простое задание. Опа, все, и вертолет залетел просто без тормозов, просто куда-то прям. Бам, и все. И улетели на следующее задание, 41-е. Так, посмотрим. Уничтожь 3 яйца и выиграй гонку. А, зеленые яйца нужно раздавить. Это яйца, что ли? Нифига себе. А я думаю, что это за штуковины такие? Так, окей, поехали. Сейчас, секундочку, я начну вас всех ушатывать. Так, этого ушатываем сразу. Этого тоже догоняем, ушатываем. Я сказал, ушатываем. Так, яйцо одно есть. Эй, подожди, а что надо было? Стрелять по нему, что ли? Я не пойму. Я не понимаю, ребята, ну-ка. Ушатываем. Есть, красавчик. Опа. Так, подожди. А где яйца-то? А? Так, уничтожил. Ракетами их нужно сбивать, короче, ребята, поняли? Их нужно сбивать ракетами или чё? Я не пойму. Так, ладно, сейчас попробуем без ракеты их сбить. Так, монеточки собрали. Ух ты! А, я уже 3 яйца сбил. Это здорово, чё? Здорово. Так, подождем этих... На-ка, держи-ка, на-ка, держи-ка, на-ка, держи. Так, а ты еще что там сопротивляешься? Все, красавчик. Так, я красавчик. 4 яйца сбил. Прикольно. Так, нитро у нас нет. Ну, доезжаем спокойненько. Так, нитро взяли. Едем мы как бешеные, как просто безумный грузовик. Всю, просто влетели опять в вертолет и улетели. Так. Кубок и звезда. Так, 37-е задание у нас профукано. Кубок профукан. Так, выиграй гонку. Пройди за 65 секунд. Ух ты. Ребят, короче, нужно здесь гнать. Не обращая ни на что внимания. 65 секунд. 65 секунд. Ой-ой-ой, ракету профукал. Так, тихо, спокойно. Давай. Просто едем, ребята, на турбинке, на турбиночке. Ну-ка, откуда ты все едешь-то? Да тебя тоже надо убрать. Так, всех убираем, просто в щепочки ушатываем. Так, тебя мы тоже догоним. Тебя тоже убираем. Есть. Нитро просто по откату, ребята, нам бьет в руки просто саму нитро, откуда появляется. Так, ты чё? Ты чё, живой? Ну все, крышка. Так, тебя тоже надо убрать. Куда он поехал-то? Ну-ка догнать и уничтожить. Есть, красавчик. Ребята, 17 секунд, 16 секунд осталось. Круто. Так, есть, все, кубок и звезда наши. Двигаемся дальше. 43-й уровень, выиграй гонку, уничтожь 8 врагов. 8 врагов уничтожить надо. Так, ну это вообще для нас не проблема. 8 врагов уничтожить, это вообще плевое дело. Это мы любим уничтожать врагов. Так, ребята, есть. Все-таки убили его. Так, а я тут таранчиком, что ли, набил? Ну-ка, есть, красавчик. Ну-ка, стоять. 5 зарядов у нас. Куда он улетел-то? А? Куда он улетел? На-ка, держи. Нам нужно убить всех.
Нужно убить. Нитро не хватает, ребята. Нитро, что же за дела такие? Так, нитро взял. Таранчиком добиваем, таранчиком, таранчиком, таранчиком. Ну-ка, добить, 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 добить. Сколько убил уже? Семерых. И выиграть гонку надо. Так, этот есть, ребят. Еще один остается спереди. Впереди едет кто-то. А нет, смотрите-ка, сзади тоже. Ну-ка, стоять. Бам! Так, вот так. Теперь догоняем последнего. Вот он, красавчик. Надо его таранчиком тоже. Ну-ка, бам! Все, ребята, я выиграл. Кто красавчик? Я красавчик. Кто красавчик? Я красавчик. Так, зеленая пыль. Наверное, ядовитая. Так, проезжаем. Какая длинная дистанция на самом деле. Вообще, смотрите, дорога-то какая длинная. Так, нитро взяли. Разгоняемся. Можно смело ее тратить, так как у нас больше нет заданий никаких. Мы все выполнили и быстрее к финишу. Врагов нет, так что приедем первыми. Это круто, вертолетик, надержи ракеты. Все, я избавился от ракеты и улетел на вертолете. Так, 44-е. Что там дальше у нас будет? Выиграй гонку, уничтожь 6 врагов тараном. Окей. Окей. 6 врагов таранов, ребята. Тараном, то есть. Тараном. Ну что, догоняем. Догоняем, догоняем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это надо. Бам! Так, один готов. Таранчиком убили. Так, 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 так. Так, вот эти жирненькие таранчиком, таранчиком. Опа, опа, куда ты улетел-то? Ах ты, зараза такая. Так, таранчиком, таранчиком. Бах, 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 бах. Вот этого, зараза. На, давай, 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 давай. Всех тараним, ребята, еще двоих нужно таранчиком добить. Все будет круто. Блин, не хватает нитра. Дайте нам нитро. Так, один есть. Так, последний остался. Последний. Вот он, красавчик. Вот он, красавчик. Есть, ребята, задание выполнено. Так, все, мне нужно теперь первым доехать. Первым приехать. Все, всех уничтожил. Я красавчик. Сейчас посмотрим, что за голдовское там задание. Что за голдовский уровень там будет. Наверное, битва с боссом, с какой-нибудь немезидой. Ну, сейчас проверим, ребята. Доехать тут нужно до вертолета, так избавиться от ракет. Аж 7 штук там накопилось. 7-21 ракет, короче, накопилось. Так, окей, кубок, звезда, отлично. Так, она спустит к ней, да? Я надеюсь, не надо здесь проходить, выиграть гонку, чтобы нас пустили к голдовскому заданию. Так, выиграй гонку, уничтожь босса. Поехали, сейчас мы выиграем гонку и уничтожим боссика. И откроем вторую машиночку. Вторую улучшенную машиночку нам дадут, ребята. Так, боссик, боссик, ну-ка стоять. Боссик, боссик, я тебя вижу, смотрите, она какая крутая. Крутая, крутая, крутая. Так, догоняем, уничтожаем боссика. Пьяна есть. Ух ты, я ее просто ушатываю, ребята. Она даже не сопротивляется. Ракетами хоть и стрелял бы. Почему ничего ты не делаешь, чувачок? Это он или она все-таки? Это он или она? Немезида. Немезида. Вообще как женский род, ребята. На самом деле, я не знаю, машинка-то. Где есть-то? О? Где? Где эта штука-то? На колесах. Вообще прикольная фиговина, корни, конечно. Он ушел. Я профукал. Блин, что ж я наделал-то? Так, сначала. Что-то я отвлекся. Разболтался, у меня там ракета просто дофигища была. Так, мне ракеты не нужны. Стартуем так. Погнали, погнали. Мы тебя сейчас убьем. Пиклица. Пиклица. Так, ракеты, не жалеем ракеты. Просто в нее, в эту машину просто всаживаем все свои ракеты. Догнать, догнать. Где она есть-то? Немезида. Немезида вредная. Ребята, просто какая-то каша. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, какая ты жирная машинка-то, а? Капец, она жирная. Ребята, это что за дела? Только ждать, ждать. Ждать. Ждать.
Меня жди. Все. Все, ребята, все, 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 я выиграл. Отлично, отлично. Это было сделать несложно. Первый раз просто я протупил. Так бы я и с первого раза добил. Так, защитник разблокирован, теперь он доступен на всех уровнях. Поехали. Так, 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 ребята. Тут, тут уровни сложности уже идут. Другие, другие ешки какие-то. Так, защитник разблокирован, говоришь, да? А, только что я на ней ездил. Ага, понятно. Наклейки у нас недоступны. Так, 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 так. Вот на этой тачке теперь я могу на всех уровнях гонять. А, понятно. Ну что, в следующем выпуске тогда начнем с этого, с Помпеи. Будем продолжать Помпеи проходить. Тут у нас боссик тоже какой-то необычный будет. Прикольно? Прикольно, классно, здорово. Так, ну что, давайте тогда делитесь этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.